Здравствуйте! С вами «Подкованные истории» с Витой Козловой. Красная площадь – главная площадь и сердце нашей страны. В ее паспорте, хранящемся в московской мэрии среди паспортов улиц и площадей столицы, по праву значится номер один. Ее размер – 69 512 квадратных метров. Эта величавая и строгая свидетельница великих событий помнит стрелецкие казни и чумной бунт, нашествие войск Наполеона и штурм Кремля в революционном 17-м. Помнит веселые праздничные демонстрации и парады, когда из Спасских ворот Кремля маршалы выезжали не на лакированных автомобилях, а на великолепных лошадях. За каждым военным парадом, проходившим на Красной площади с трибуны Мавзолея, пристально следили руководители партии и правительства во главе со Сталиным. Он первым поднимался на трибуну, медленно проходил по ней с конца в конец, и лишь после того, как смолкала овация в его честь, к вождю присоединялись другие лидеры страны Совета. История военных парадов на Красной площади в послереволюционное время началась в 1918 году. И в советскую эпоху они стали одной из самых ярких праздничных традиций. Без них невозможно было представить себе главную площадь страны. Колонны различных родов войск и военно-учебных заведений, а за ними техника, проходили мимо стен Древнего Кремля. Но особенно торжественно и красиво была церемония начала военного парада, когда над Красной площадью разносились слова командующего: «Парад смирно!», а из ворот Спасской башни под звуки бравурного встречного марша выезжал всадник, военачальник, принимавший парад. По Красной площади верхом скакали Будённый, Ворошилов, Тимошенко, Тюленев, Жуков, Рокоссовский, Василевский, Говоров, Малиновский, Мерецков. Они восхищали мир своим мастерством и остались в нашей памяти не только легендарными полководцами, но и талантливыми всадниками. А где же готовились к этим парадам лошади? Ведь для того, чтобы красиво и уверенно галопировать по брусчатке Красной площади на глазах всего мира, их подготовка должна была быть безукоризненной. Мы разыскали в Москве невысокое старинное здание, желтое, с белыми колоннами. Оно находится в начале Комсомольского проспекта, по левую сторону от центра. Сейчас в глубине более современной застройки. Это бывший кавалерийский манеж Министерства обороны СССР в Хамовниках, с которым была неразрывно связана жизнь множества славных русских кавалеристов. Прежде здание выходило фасадом на огромный Фрунзенский плац. В XIX веке он назывался Хамовническим. Недалеко от него, в так называемом Шефском доме, у полковника Муравьева собирались члены тайного общества, будущие декабристы. Братья Муравьевы-апостолы, Фонвизин, Шаховской, Якушкин. Сюда же, в Хамовники, едва приехав в город, в санях, которые тащила пузатая мохнатая лошаденка, наведался писатель Владимир Гелеровский, тот самый знаменитый дядя Геляй, без которого невозможно представить себе Москву конца XIX – начала XX века. А в бывшем Хамовническом переулке жил Лев Толстой. Сейчас эта маленькая улица носит его имя. Здесь у него бывали в гостях Горький, Чехов, Островский, Васнецов, Суриков, Римский-Корсаков, Рахманинов, Станиславский и даже Шаляпин. В 1925 году огромный Хамовнический плац был переименован во Фрунзенский. В летнее время здесь с раннего утра горцевали на лошадях лихие кавалеристы, молодые, подтянутые, обязательно с серебряными шпорами. Обычно в городах люди ходят по обеим сторонам улиц. Разумеется, такая возможность была и на улице, идущей вдоль Фрунзенского плаца. Но москвичи, жившие неподалеку, предпочитали ходить только по стороне, примыкавшей к плацу, чтобы полюбоваться на кавалеристов и их прекрасных лошадей. Офицеры, служившие в манеже, были людьми очень одаренными и, безусловно, преданными долгу.
Этот офицерский коллектив без преувеличения можно было назвать дружной семьей. На протяжении десятилетий в манеже царило настоящее мужское товарищество и, конечно, культ лошади. Мы еще вернемся в манеж, чтобы рассказать о нем отдельную подкованную историю. Чтобы понять, насколько прекрасна была традиция принимать парады верхом и насколько трудна была подготовка к ним, давайте перенесемся из манежа в Хамовниках на Красную площадь и вспомним, как это было. Зародившаяся в 1918-м традиция начинать военный парад с объезда войск на Красной площади именно верхом очень строго соблюдалась из года в год. Требования к военачальникам, а также к их лошадям, становились все жестче. И выдвигал эти требования лично генералиссимус Иосиф Сталин. Поэтому не только офицеры, отвечавшие за подготовку лошадей, но и военачальники, которым выпало принимать и командовать этими парадами, очень волновались, опасаясь гнева Сталина в случае какой-либо даже самой малейшей оплошности. Николай Воронов, главный маршал артиллерии, спросил Рокоссовского перед его выездом из Кремля на парад: «Что, волнуешься, Константин Константинович?» И маршал Рокоссовский, отменный всадник и кавалерист, видавший виды в годы войны, ответил: «Знаешь, лучше 10 раз в атаку сходить, чем один раз выехать на парад на Красную площадь». Это было действительно так. Легендарные полководцы всеми правдами и неправдами старались уклониться от этой почетной миссии. Прекрасный кавалерист Георгий Жуков позже признается в мемуарах: «Выехал на Красную площадь, все как в тумане. Лошадь летит, войска приветствуют. Такого волнения за все годы войны не испытывал». От военачальников требовалось строго соблюсти темп и скорость движения манежным галопом, чтобы секунда в секунду одновременно встретиться перед мавзолеем, а затем точно по графику выполнить объезд войск сначала на Красной площади, а затем на площадях Революции и Манежной. После приветствия нужно было мгновенно двинуться не шагом или рысью, а галопом в такт музыки оркестра. Словом, это была труднейшая задача и в физическом, и в психологическом плане. Всего 12 минут длился этот зрелищный и торжественный ритуал, но сколько же волнений и ответственности он требовал. Никому не хотелось рисковать своей карьерой, репутацией, а, возможно, и жизнью. Именно этот страх способствовал тому, что сразу после смерти Сталина было решено заменить лошадей на автомобили. Так одним махом избавились и от необходимости быть прекрасными всадниками, и от ответственности, и от волнений, а заодно, увы, и от одной из самых красивых в истории нашей страны традиций. Возможно, если бы сегодня по Красной площади шла не техника, а горцевали на лошадях кавалеристы, и командующие умели бы красиво и правильно держаться в седле, наши парады вызывали бы куда большее уважение и восторг как в России, так и во всем мире. Парад! Смирно! Для встречи слева! На краю! Итак, в один из майских дней 45-го в манеж Министерства обороны приехал начальник Генерального штаба Советской армии генерал Алексей Иннокентьевич Антонов. Он и сообщил о том, что Сталин приказал провести на Красной площади особый парад. Парад Победы 24 июня 45-го года. Доверительно поведал он также и о том, что генералиссимус поручил принимать парад Жукову и приказал подобрать для него коня строго светло-серой масти. Никогда, ни раньше, ни потом Сталин в подбор мастей лошадей не вмешивался. Лишь единожды, несколько позже, он запретит Буденному выезжать на светло-сером коне на один из парадов. Чем руководствовался генералиссимус? Возможно, всадник на белом коне, как символ победы, должен был остаться в истории единственным. К тому же, святым покровителем русского воинства всегда был Георгий Победоносец. На канонических иконах он изображается верхом на белом коне. Почему именно на белом? Это объяснимо. Координировать и направлять войска в бою должен полководец, видимый отовсюду своими солдатами, легко ими отличаемый от рядовых воинов, хотя бы по масти коня. Ведь одежда всадников покрывалась пылью и кровью, и генералов от рядовых уже было не отличить. И в случае победы полководец въезжал в город первым. Видимо, так и осталось в исторической памяти эта аналогия: победитель всегда на белом коне.
Да, товарищ Сталин прекрасно владел острым, как шашка, оружием. Он тонко чувствовал момент. Итак, принимать парад Победы был назначен Жуков. Сам Иосиф Сталин верхом не ездил и кадровым офицером не являлся. Поэтому столь ответственную миссию он поручил Георгию Константиновичу, выпускнику высшей офицерской кавалерийской школы. А командующим парадом Победы Сталин назначил маршала Рокоссовского. Поскольку никаких указаний относительно масти лошади Рокоссовский не получил, при выборе лошади он руководствовался только своим вкусом. Да, Полюс был великолепен, но с каким характером? Поэтому берейтеры буквально молились, чтобы Константин Константинович не остановил на нем свой выбор. Но Рокоссовский, как истинный кавалерист, оценил стать коня и, не раздумывая, сказал «этот». Вопрос был решен, перечить маршалу никто не стал. Все осознавали, сколь велика ответственность. Конфузное падение, конь, оступившийся на очень твердой и скользкой брусчатке, испуг лошади, вдруг шарахнувшийся от раскатов троекратного «ура». Все это серьезно бы омрачило особую торжественность момента. Сам Сталин однажды пережил такой конфуз. Не удержал в руках ножны великолепного двуручного меча Сталинграда, врученного ему Черчиллем в Тегеране. Английский подарок немыслимой красоты и стоимости выскользнул из ножен, потому что Сталин, ввиду отсутствия опыта обращения с холодным оружием, передавая меч Ворошилову, опустил его рукояткой вниз, и тот с грохотом упал под ноги верховного главнокомандующего. Но ту церемонию снимало лишь несколько придворных кинооператоров, и конфуз замяли, подвергнув кинодокумент обрезанию. Но на Красной площади несколько сотен кинооператоров из разных стран мира готовились возвестить всему миру о доблести советской армии. На карте стояло, если не все, то очень многое, и воинская честь в первую очередь. Важно было все, и поэтому поиски подходящей для Жукова лошади оказались нелегкими. Слишком много требований к ней было предъявлено, а на решение этой задачи дали максимум 5 дней. К счастью, в кавалерийском полку КГБ, в ту пору дислоцировавшемся в районе Хорошовского шоссе, нашли лошадь по кличке Кумир. И вот Кумир уже в манеже. В тот же день его осмотрел Будённый и другие военачальники, и все остались довольны. Когда в манеже появился Жуков и сел на Кумира, стало понятно, что эта лошадь подходит ему идеально. Однако, спешившись, маршал увидел на голенищах своих сапог едва заметную белизну и одним взглядом дал понять, что такого быть не должно. В тот день Жуков уехал, даже не попрощавшись. А причина была в том, что в кавалерийском полку КГБ, где до прибытия в манеж Минобороны содержался Кумир, требования к уходу за лошадьми были менее строгими. И для того, чтобы Кумир был идеально чистым, к приезду маршала его несколько раз мыли под теплым душем и переусердствовали. От теплой воды его кожа начала шелушиться. После недовольства Жукова с мытьем немедленно покончили, и коня стали чистить по старинке с использованием березового угля. Больше повода для замечаний не было. И вот наступил день парада Победы. Ровно в 10 утра по первому удару кремлевских курантов из ворот Спасской башни выехал на серебристо-сером кумире легендарный маршал Жуков. Его сопровождал генерал-майор Петр Зеленский на белом коне по кличке Целебес, подготовленном в манеже Министерства обороны. У этой лошади тоже была интересная история. Терский Целебес был сыном Цилиндра, одного из последних представителей некогда знатной отечественной породы – стрелецкой. Эта порода, неоднократно вызывавшая восхищение зрителей на международных выставках, была практически утрачена в гражданскую войну. Его братья по отцу, отбитые красными у Врангеля, считались ценными трофеями и, к счастью, уцелели. Оба жеребца не только остались невредимыми в горниле гражданской войны, но и продолжили себя в потомках, став родоначальниками новой породы лошадей – терской, созданной уже в советское время. В исполнении 1400 оркестрантов сводного оркестра марш грянул так сильно и торжественно, а гул аплодисментов, которыми приветствовали присутствующие маршала Жукова, разлился таким раскатом, что на секунду, только на секунду, его великолепный кумир дрогнул и чуть присел на задних ногах. Но опытный всадник мгновенно полуодержкой вернул себе контроль над лошадью, и идеально подготовленный конь
тут же подчинился, обретя уверенность во всаднике. И вот навстречу маршалу Жукову от исторического музея шашкой наголо летит любимец армии, маршал Рокоссовский на полюсе. Его сопровождает адъютант-подполковник Лыков на тракининском жеребце «Орленке». Здесь я бы попросила специалистов по тракининской породе внести разъяснение, если только это возможно. Был ли тракининский «Орленок» лошадью отечественного разведения или попал в Москву как военный трофей? Ведь тракининская порода являлась предметом особой гордости, национальным достоянием Германии. И немецкие конники очень болезненно пережили тот факт, что весь воспроизводящий состав тракининского конного завода вместе с бронзовой статуей жеребца, основателя породы и прекрасной кобылы, был в результате Потсдамского соглашения передан России. Сегодня статуя Темпельхьютера украшает собой фойе кафедры коневодства сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Но вернемся на Красную площадь. Перед мавзолеем маршалы одновременно остановили своих разгоряченных коней, эффектно отсалютовав сверкающим клинком. Маршал Рокоссовский громко и четко отдал рапорт Жукову. И частей московского гарнизона до парада победы построен! И ни моросящий дождь, ни волнение, ничто не помешало полководцам объехать войска. Потом, уже от площади революции, под звуки бессмертного произведения Глинки «Слався», Жуков и Рокоссовский неслись чуть ли не карьером снова на Красную площадь, которая встречала их громовыми «Ура!» и аплодисментами. Жуков, Рокоссовский и их ординарцы исполняли сложную синхронную церемонию. Подъемы с места в галоп, остановки, полупируэты и ни одного лишнего движения, ни одного конфузного замешательства. Ни одной осечки. Никто не имел права на ошибку. Парад победы ничем не мог быть омрачен. И вот Жуков спешился и, похлопав кумира по шее, поднялся на трибуну мавзолея. По окончании парада Петр Зеленский скажет: «Слава Богу, все хорошо закончилось». И никто в тот момент не вспомнил о человеке, который готовил этих замечательных лошадей, о том, кого называли «Дед-колдун». Многие уже наверняка догадались, чье имя сейчас прозвучит. Да, Николай Алексеевич Сидько, великий советский берейтор, русский Филис, как его еще называли. Он редко рассказывал о себе, может быть, лишь иногда под настроение, к случаю. Истинная история его жизни ушла вместе с ним. Остались лишь отдельные воспоминания, сохранившиеся в памяти людей, знавших этого удивительного человека. А ведь именно Сидько работал с полюсом, лошадью маршала Рокоссовского, которого тот выбрал для парада победы. Николай Алексеевич рассказывал, как после парада, счастливый от того, что все прошло без сучка и задоринки, он верхом ехал в манеж в Хамовнике и пел. Пел, не стесняясь прохожих. Его работу по подготовке лошадей к параду победы можно было сравнить с выступлением канатоходца без страховки. Напряжение и ответственность были настолько велики, и в день парада достигли своего пика, что Сидько дрогнул. «Пусть ноги кумиру бинтует коновод, я не могу. И пришейте бинты нитками, чтобы ни при каких обстоятельствах они не развязались». Николай Алексеевич, как никто другой, понимал, что церемониальная лошадь должна быть не просто идеально выжжена. Она должна иметь железную нервную систему, чтобы ни один мускул не дрогнул ни от раскатистого «Ура!», ни от музыки, ни от аплодисментов. К тому же для лошадей, галопировавших по скользкой от дождя брусчатке, критически важен был идеальный баланс, как и в ноябре 41-го, когда брусчатка была покрыта льдом. Тогда в Москве без конца выли сирены воздушной тревоги, а на заснеженной Красной площади, почти на виду у фашистов, Будённый принимал парад войск на лошади по кличке Срок. Срок тоже был подготовлен Сидько. Так уж случилось в жизни этого удивительного человека, что его берейтерское мастерство обеспечило успех двух самых важных в историческом и идеологическом смысле парадов в истории нашей страны. Удивительно, но скромный и непубличный Николай Алексеевич всегда оказывался участником важных и грандиозных событий.
Например, он был членом той самой первой советской олимпийской сборной по выездке на играх в Хельсинки 1952 года. В наших подкованных историях мы уже рассказывали, как после этой Олимпиады на самом высоком государственном уровне в отделе идеологии и пропаганды ЦК КПСС был взят курс на медали. После расформирования кавалерии как рода войск, Сидько, как и многие другие офицеры, продолжил службу в ЦСКА и стал бесценным бриллиантом тренерского штаба Григория Анастасьева. Как берейтор Николай Алексеевич помогал готовить лошадей трем олимпийским чемпионам – Сергею Филатову, Ивану Кизимову и Ивану Калите. Будет у Сидько в его профессиональной карьере и вторая Олимпиада. В 1956 году в Стокгольме сборная Советского Союза будет четвертой. Да и собственные спортивные результаты Николая Сидько весьма впечатляющие. Он был пятикратным чемпионом СССР по выездке. Конники старшего поколения хорошо знают, как трудно было выиграть «Союз» и каким почетным был этот трофей. Кстати, посадка у Сидько была совершенно неправильной. Во многом в силу физиологии. Короткие ноги, длинный корпус. Сидел он на лошади с поджатыми ногами. Но лошади под ним творили чудеса. Многократный чемпион СССР по выездке, призер Большого Ахенского турнира и Всемирных конных игр Валерий Тишков запомнил Николая Алексеевича вот каким. Внешне это был настоящий деревенский дед. И в то же время он был невероятно одарен. У кого-то все получается с одной лошади и совершенно ничего с другой. Но это в порядке вещей нормально. И только у Сидько получалось абсолютно со всеми. Правда, передавать свои знания у него не особенно выходило. Его любимой присказкой в процессе работы было «молчи, смотри, запоминай». И жест такой характерный. Два пальца правой руки были неподвижны. Когда он гладил лошадь, он держал руку вот так. И еще он никогда не торопился. Всегда ждал. «Ничего страшного», — говорил он, — «придет время». И время действительно всегда приходило. Сидько неизменно добивался задуманного. Вспоминают такую курьезную историю. Чистокровного халифа он мечтал поставить на одну ногу, ну, как в цирке стоят слоны. Но опору слона, толщину его ноги и ноги лошади с ее маленьким копытом нельзя даже сравнивать. Однако на какое-то мгновение Сидько все-таки оторвал халифа от земли и поставил на одну ногу. Ну, пусть всего на мгновение, но у него получилось. Николай Алексеевич обычно очень рано начинал тренировку. И методы у него были свои, особые. Валерий Тишков также рассказывал. «Однажды захожу я в манеж и вижу, как он занимается с халифом. А вместо поводья – обыкновенные портновские нити. Представляете, вот как лошади у него были выжжены». Настроение у Николая Алексеевича всегда было хорошим. Никто ни разу не слышал, чтобы он о ком-то отозвался плохо. У него, кажется, не существовало негативных воспоминаний. Он не вникал в интриги, никого не обсуждал, не осуждал и не критиковал. Одним из его принципов было – нужно работать с запасом, и тогда выиграешь. Пассаж Пиафе с запасом, высокие, красивые, были коронкой лошадей, с которыми работал Сидько. Когда его спрашивали, почему так высоко, Николай Алексеевич объяснял, что если запаса нет, то в турнирной обстановке не будет нужного лоска, так как лошади почти никогда не раскрывают свои возможности на соревнованиях полностью. И это обязательно нужно учитывать. Следует сказать, что Николая Алексеевича неоднократно приглашали на работу в кино. Кого же еще можно было пригласить, чтобы показать великолепную работу лошади в кадре? Я же говорил, это не коня, а золото! Он мог сесть на любую лошадь, и после него она умела все. На лошадях, побывавших в руках у Сидько, было очень легко ездить. Дед-колдун. Так с любовью и уважением часто называли его современники. Заслуженный мастер спорта России Нина Менькова вспоминает. Например, нужно какую-нибудь лошадь поставить на пассаж. Ни у кого не получается. Значит, этим будет заниматься Сидько.
Выводит лошадь, садится, шагает по стенке, работает поводом, колдует, колдует. И вдруг темп, другой, третий. Погладит коня и отдает его со словами. Он все понял, теперь проблем не будет. А какая дисциплина была у его лошадей? Его конь Гасан мог оставаться в манеже один, с заброшенными на седло поводьями. Сидько садился на трибуну, Гасан шагал вдоль борта. Сидько давал ему команду, Гасан рысил или останавливался. А на базе в Ватутинках Николай Алексеевич забрасывал повод на сук дерева и ложился вздремнуть, а Гасан ждал, пока тот отдохнет, после чего работа продолжалась. И никаких наказаний. У Сидько всегда была при себе тоненькая дюралевая палочка, очень строгие шпоры, но никто ни разу не видел, чтобы у его лошадей бок был не то чтобы разодран, а даже просто потерт. Или палочка пущена в ход. Он мог ею только легонько подсказать, едва дотрагиваясь до бедра или плеча лошади. Ездил он обычно в ватнике, под поясанным ремнем, в любую погоду, даже летом. В военных галифе и офицерских сапогах, под которыми были обыкновенные портянки. А еще он очень любил баню и фуражку с лакированным козырьком. Чудеса, которые творил с лошадьми Сидько, передаются из поколения в поколение, словно притчи или мифы. Говорят, что он мог поставить несколько лошадей в манеже в один ряд и скомандовать «немцы», и лошади начинали дружно отбивать задом под хохот зрителей. Больше всего он боялся слепоты. Неужели предчувствия? Он говорил, если я ослепну, я умру. И под конец жизни Николай Алексеевич действительно ослеп. Жена приводила его под руку в манеж ЦСКА, чтобы он мог хотя бы подышать любимым воздухом конюшни. И как только Николай Алексеевич перестал садиться в седло, он быстро угас, всего за каких-нибудь полгода. К сожалению, переняв у своих легендарных наставников Баторского и Долматова практические навыки, Сидько не смог изложить и передать теоретические знания следующим поколениям конников. Просто не хватало образования, не знал, как объяснить. Так и унес с собой колдовство. Нет, он не скрывал своих секретов. Однако увидеть, понять и перенять что-то удавалось немногим. Но если ученикам было дано видеть и чувствовать, они становились мастерами. Молчи, смотри, запоминай. Да, Николай Алексеевич Сидько был русским Филлисом. И что до сего дня никто в нашей стране его не превзошел, это совершенно точно. Немногословный и косноязычный. Он очень любил не только лошадей, но и людей. Любил молодых спортсменов. Был очень добрым и скромным человеком. У него был личный автомобиль, но ездил он на нем нечасто. Зато позволял своим коноводам или молодым солдатикам ЦСКА кататься в увольнение, а сам ездил на метро. Ходил в военной форме и в кроссовках, подбитых подковами. Прохожие говорили «чудак», но он не обращал на это никакого внимания. Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер Советского Союза. Николай Сидько никому и ничего не должен был доказывать. Свое слово и в жизни, и в конном спорте он давно сказал. Оставайтесь в седле, вас ждут новые подкованные истории.